А что если дети? Дети-то, ну, я считаю, что это здорово, наверное. Ну, наверное, всегда хочется, ну, мне лично хочется, хотелось всегда семью. Ну, то есть, так как, ну, у меня там сейчас, ну, там, мама, папа не вместе живут. И... Ну, наверное, у всех людей, у которых такая, ну, неполноценная семья, хочется создать какую-то свою ячейку общества. Я считаю, что дети — это очень здорово, и, наверное, для любого мужчины это очень значимый шаг в жизни. И, признаюсь, этот шаг хочется сделать. Но только тут надо понимать, к сожалению, две вещи. Должен быть такой человек, который в первую очередь друг, да, и с которым ты знаешь, что все у вас будет нормально. Которого, опять же, вот ввиду того, что мы перечисляли, очень непросто найти. Но и нужно крепко стоять на ногах. Ну, как бы это мое мнение. Потому что я не хочу, чтобы мои дети... Не то чтобы, знаешь, там, не нуждались ни в чем там, типа, красная икра, черная икра, но чтобы у них был... минимальный достаток, чтобы у них была там одежда, там питание, то есть все это. А как бы я так покупаю, когда себе пену для бритья, смотрю, сколько стоят эти подгузники. И понимаю, что еще надо поездить по городам, выпустить пару альбомов, чтобы все нормально сделать. Конечно, если сейчас будет такая ситуация, что, ну, предположим, там, девушка там моя, да, там, станет будущей мамой. Естественно, я не позволю убить жизнь. Это будет стимул, да, такой, объездить еще больше городов, выпустить еще больше там хитовых песен, но пока и без этого стимула хватает. Но вообще дети — это здорово, круто. Я думаю, я не могу себя представить держащим на руках там своего там сына или дочь. Пока что для меня это тяжело.